Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть, знаете, какую игру? Знаете, игру, ой, какую я игру нашел? Вот эту игру мы будем играть. Stickman Simulator Battles 2. Мы заходим и будем проходить уровни. Так, ну, заходим. Ну, как вы помните, мы остановились на вот этом уровне с лошадками. Думаем, что можно с этим сделать. Ну, конечно же, можно поставить два чуваков. То есть... Драконы, давайте. Вообще, вот всех уже завалили. Тут вот эти мушкетеры легко могут завалить. А, всех, их уже вот полегли они. Победы? Так, мы видим, вначале идут они. Мы можем поставить просто таких вот чуваков. И вот таких вот чуваков еще поставим лучников. Пусть они здесь будут поредаются. Ну все, в принципе, смотри. Они просто вот здесь взрываются такие. На. Вот, а лучники там сзади подстреливают, да? 32 спартанца, 3000 бьется. Идем этого ставим. Этого ставим. А я знаю, что будем делать. Тоже два спартанца ставим. У нас же хватит денег на спартанца. И еще куча этих. Уже куча этих. А здесь еще и лучник. Сложно прям уровень. Нет, все убираем. Не знаю прям, как же победить. Заведут-то драконов вначале. Потом пойдут эти. Вот эти вот чуваки, которые стрелять будут. Потом начнут постреливать он. И за оставшиеся деньги я нажму вот его. И два этих. Все. Так. Давай. О, взорваем. Дракона убили. У нас никого нет больше. А, вот еще, давай, подстреливай. Нет! Мы проиграли. Не знаю. Ой. Не знаю, как победить этих пацанов. Ну так, что ж поставим тогда? Много. Здесь поставим дракона. Здесь поставим шашишот. Кого можно поставить? Ну, можно мушкетеров. О, дракон уже начинает палить, поэтому мушкетеры, на вас вся надежда. Мушкетеры, давайте. Да. Победа. Кто победил? Я или он? Да как? Да я первым убил их. Тогда мы мушкетеров уберем, потому что они такие, не такие, которые нормальные. Поставим их теперь, которые хорошо палят. Не то, что мушкетеры эти. Вот, дракона убили. Сзади они начнут палить. Вот сзади они. Давай, последний. Да как? Да мушкетеры, хотя бы они убили. Все зависит. Тактика, в принципе, нормальная. Но все зависит от вот этих пацанов.
Ну, если мы можем посадить, например, этих, то они, в принципе, смогут убить. Правда, как справиться вот с этим чуваком? Вот дракон подходит, и он палит просто их. Но потом этот чувак убивает. Вот видите, он стреляет, капец. Вот эта катапульта не может. Вот кидает она, вот не может она. А! Смогла! Так, ну, смотрим, спереди стоят. Мы просто можем поставить кого-нибудь, помимо дракона, какого-нибудь его и на оставшиеся деньги поставить каких-нибудь вот таких вот пацанов. Пусть они здесь будут настреливать, ой, то есть спицам, и еще поставить какого-нибудь, ну, для тех оставленных. Типа, смотрите, такой, они такие бежатки. Я готов, я! А он такой, говорит, такой, у меня нету пределов. У меня есть только дракон. А здесь лучники такие, вот я смотрю из них сторону, типа, я такой лучник смотрел. Они такие стреляют, смотрят, как вы проигрываете. О, все. Все. Победа. Ой. Так, ну, смотрите, стоят маленькие, нам дается 3000, потом стоят арбалеты, пушки. Разное вот такое все. О, это сложно будет. Я бы сказал, сложно. Ставим это. Я ставлю теперь на дракона. Нет, ставлю этих пацанов в два. И еще вот этих пацанов поставим, такой строй будет. Ну все. Давайте, вы настреливайте. Пушки остались, эти пушки, блин. Пушки, вот эти пушки самый знак, что мы проиграем. Потому что вот, видишь, эти пушки уже одного вырубили. И вот эти мушкетеры очень-очень опасные. Ну все, блин. Ну блин. Ну так. Ну, в принципе, было нормально. Вот на эти деньги надо что-то другое поставить. Не знаю прям. Так, ну можно лучников пусть они, или мушкетеров пусть вот здесь будут они такие настреливать. Специально. Во! Ну что ты, зачем париться, если можно мушкетёра просто поставить? Зачем париться? Ну правда, вот эти пушки, вот они очень такие. И вот эти пушки вообще хорошо работают. Эти пушки у них враг очень крутые. А, все, мы завалили. Все, победили. Так. О, три слона, это жестко, я бы сказала. Так, ну, здесь за столпа, а толпу мы уничтожаем чем? Вот ими. Так, мы толпу уничтожаем ими. А вот здесь тоже пусть лошадки они убьют ими. Здесь тоже они будут, а здесь еще что-то как-то задержится самураем. Все. Ну там, бам, бам. Здесь даже один выжил. Самурай, давай, под... Самурай. Все, самурай выжил и убил всех. Воу. Смотрите, стоят впереди они. А, здесь толпа, значит, мы здесь ставим
Вот таких. А здесь опять толпа стоит, а вот здесь проблемы вот этими с арбалетами и великанами. Я не знаю, как великанами справиться, но пока поставим два дракона. Вот здесь, смотрите, толпа взорвалась уже. Вот великан, два дракона. Вообще, это плохо. Два дракона. Ну, смотрите, драконы легко уничтожают арбалетчиков своим огнем. И лучников. Ну, правда, они сейчас могут как завалить этих. Вот один лучник остался. Ну все, мы победили. Дракон. Так. Стоят. Опять эти дурацкие пацаны, с которыми пушки. Вот я их вообще не... Ну, здесь толпа. Если здесь толпа, мы ставим опять этих пацанов. Здесь тоже мы... Здесь еще вот эти пушки. Блин. Так, ну, здесь с этими пушками только могут справиться вот этот пацан. Мы его поставим в самом начале. И вот эти вот чуваки тоже могут себе показать. Ну, нам только хватает на мушкетера. Мушкетер эффективен в бою. Бам-бам! Давай, побеждай. Вот этот чувак подходит, и мушкетер начинает стрелять. Такой, я такой, не сдаюсь, стреляю в цель. И стреляю всегда в цель. Я себя не подведу, если других не подведу. Вот эти пушки, мои главные враги. Вот эти... Все, фух, их убили. Я прописую. Это очень крутая команда. Я прописую. Это очень крутая команда. Я как с ней справляться буду? Вы издеваетесь? Только если драконов поставить. Ну ладно, попробуем как-то их уничтожить. Но я не знаю, как их вообще уничтожать можно. Поставим. Ну, здесь толпа, значит, мы должны кого-то такого, ну, взрывальщиков чуть-чуть берем и поставим какого-нибудь стреляльщика. Бам! Вот смотрите, вот они все подходят, ну, куда-то вот сюда, и там еще великан стоит, который... Прям великан, вот великан, вот самый. Вот видите, капец. Смотрите, видите, капец. Просто эти арбалетчики еще идут. Арбалетчики идут эти. Просто капец. Эй, да блин, не получится. Ну, смотрите, ну, вот этих, вот надо уничтожить. Ну, значит, ставим их и ставим два взрывальщика. Вот здесь, значит, покойнено. И здесь надо так поставить. Одного его и два взрывальщика. Нет, кстати, здесь надо вот этих поставить, потому что они могут завалить хотя бы этих и этих всех. Вот их поставим мы здесь. Несколько штук. Ну вот здесь как справляться, я не знаю, если честно. Здесь только, наверное, с этими два их поставим. Еще много вот этих. Пусть отвлекать будут, потом этих. Этого. Ну все, посмотрим, кто победит. Мы или они? Да блин, вот здесь вот не получается победить вот этих дурацких. Вот смотрите, они начали палить. Нормально вроде как. Нормально. Вот великаны убивают. Главное, чтобы вот этих пацанов не убили. Вот, убили. Да. Победа. Пошли следующий уровень. Ну так, ну здесь такое, нормально.
5000 дается. Ну, хочется, вот я могу просто их, вот этих взрывальщиков, поставить, и они просто их убьют. Хочется как-то интересно. Интересно, вот как-то. Ну, например, мы поставим баллисты. Две баллисты пусть будут здесь. И слоны, чисто слоны пойдут. Я такой слон, я очень на счастье. Все, слоны пошли. Эй, слоны пошли. Давайте, слоны, победите. Я вас ради интереса поставил. Давайте. Вот, давайте. О, слонов двоих вырубил. На. Давай, слон, три. Два слона и еще вон там стрельба осталась. О, ну это для вас хорошо, прям. Два гиганта чисто стоят. Вот здесь я понимаю вот здесь как победить. Здесь просто поставить надо вот их. Просто надо поставить вот их пацанов. С лошадками, я вот не знаю, как справляться. Но лошадки, наверное, можно справляться с огнеметом. Ой, то есть с драконом. И еще поставим медведя. Медведи хорошо себя показывали. И лучники могут тоже здесь настреливать спокойненько так. И все. Бам! Смотрите, там все лошадки умерли. Здесь против слона пошли. Три из этих. Великан три. Все, великана убили. Вон там лошадки убегают. Лошадки. Все. Воу. Дракон, капец. Лошадки, не иди туда. Ну, так, следующий уровень у нас. О, ну здесь как-то можно проиграть. Здесь реально можно проиграть. Ну вот здесь можно как-то поставить каких-то драконов. И вот здесь можно поставить вот их. Вот так. Будет у нас тогда. Боюсь. О, сколько наших вызвало. Нет, все, мы победили. Все. Вы вообще будете? Что здесь? Я сам здесь катанчик. Я буду его называть катанчиком. Катанчик с прислугами еще. И стреляльщик. Я знаю прям, как победить. Ну, наверное, я поставлю кучу драконов. Два дракона. И еще вот катанчика. И еще за 100 вот это. Катанчик пошел. Наш катанчик и наши драконы. Давайте, победите, давайте. Три дракона, они вообще хорошие, наверное. Ну, три дракона, ну, одного уже убили. Ну, давайте, подмигните, дракончики мои. Вот уже минус один дракон. Давай. Нет! Ну, тогда мы уберем одного дракона, поставим одного вот этого и поставим для отлегкушек вот лошадку и еще вот этого пацана. Вот, отвлекушки работают, да, отвлекушки работают. Отвлекушки очень хорошо работают, кстати. Отвлекушки молодцы. То есть лошадки. Вообще молодцы. Вот мы сейчас точно победим. Вот я уверен прям. У нас дракон остался, который сейчас может поджарить.
Все, победа. Следующий уровень. Ну здесь уже как-то покруче пошло. Ну, драконы, наверное, их уничтожат, мне кажется. За 40 еще поставим вот этих. Все. Так. Смотрим. Ну, здесь вот эти пацаны начинают... Вот начинают вот здесь. А здесь как дела? А, у них здесь хорошо. И стрельба. 3 дракона на них пошло. Смотрите, здесь уже... Смотрите, здесь уже приходят и эти ломаются. И здесь уже 3 мушкетёров убили. Ну все, победа. Так, ну здесь, конечно же, мы ставим взрывальщика 2. Здесь тоже взрывальщики пусть пойдут. Вот здесь сомнение, что взрывальщики как-то могут сообладать. Хочу дракона. Здесь дракон хотя бы, наверное, может. Еще за 2-2. Что-то мы поставим наших катапульт, они пойдут здесь так нормально, будут палить, и вот так, и вот так. На, катапульты, давайте, молодцы, катапульты вообще хороши. Катапульты, да, слона убили. Вот если даже убьют сейчас этого дракона, у нас есть катапульт. Даже не убили дракона. Так. Здесь у нас кто стоит? Ну, можно просто много взрывальщиков поставить. Просто много взрывальщиков можно поставить, но так неинтересно. И дракона. Ну, так неинтересно. Вот я вот хочу поставить какого-нибудь вот такого мечника. Прям еще много вот этих. Они пусть будут здесь. Ой, почему дракон его убрал? Дракон. Все, и ставим за самого маленького. Это вот этого. Пацана сразу все взрывается. Идем. Они идут уже. Мой мечник уже идет все ломать. Все, мой мечник сломал все. О, здесь еще лучники, я не заметила этих лучников. Ну, нас все равно победят, наверное. А, вот дракон, вот этот мечник пошел на лучников, а дракон на этих. Правильно работает. О, троих снес. Ну все, ребята, на этом мы закончим наш ролик. Вставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.